Universal Reward Protocol. Отношения между клиентами и продавцами товаров – это целая наука, постичь которую возможно лишь со временем. Если бы современные товарно-денежные отношения строились по более разумным принципам, то от этого могли бы выиграть все. Какие же препятствия возникают на пути многих из тех, кто пытается добиться успеха в сфере ритейла? Чаще всего продавцы товаров недостаточно хорошо понимают потребности покупателей. В результате на полках магазинов лежат не те товары, которые могли бы пользоваться спросом с их стороны. В итоге в проигрыше оказываются как продавцы, которые никак не могут получить дополнительный доход, так и клиенты, ведь они тоже не могут найти нужный им товар. Как возможно решить эту актуальную проблему, используя современные технологии? Авторы этого проекта изо всех сил стараются придумать решение для того, чтобы решить проблему непонимания между продавцами и покупателями, а затем и преодолеть тот разрыв, который наблюдается между онлайн-магазинами и обычным офлайновым ритейлом. Universal Reward Protocol способен предоставить максимально четкий и понятный ответ на вопрос о том, как покупатели ведут себя во время покупки товара. Это крайне важная информация, с помощью которой можно существенно изменить положение дел на рынке ритейла. Команда разработчиков Universal Reward Protocol собирается создать полноценную экосистему для всех, кто занят в сфере розничной торговли. Если им это удастся, то они смогут вознаграждать своих пользователей только за то, что они стали участниками проекта. Для этого будут использоваться смарт-контракты. К примеру, пользователи смогут получить вознаграждение за просмотр веб-сайта, посещение того либо иного магазина, а также за совершение покупки. Кроме этого, пользователи могут публиковать специальный контент на своих страницах в социальных сетях, за что они также получат вознаграждение. Предприниматели, в свою очередь, смогут стимулировать потенциальных клиентов предоставлять им свои личные данные. Для этого будут использоваться токены Universal Reward Protocol. В результате выгоду от проекта получают как простые пользователи, которые смогут немного заработать, так и предприниматели. Они смогут получить ценную информацию за сравнительно небольшие деньги. Этого будет достаточно для того, чтобы понять принцип поведения клиентов и сделать свой бизнес еще конкурентоспособнее. Очевидно, что проект Universal Reward Protocol построен на торговле информацией о пользователях и их поведении. Именно поэтому так важно, что он создан с использованием технологии блокчейн, которая является гарантией сохранности личных данных и любой другой конфиденциальной информации. Токены URP – это уникальная форма расчетов между пользователями в рамках проекта Universal Reward Protocol. Они полностью совместимы с ERC-20, что облегчит их обмен. Токены в проекте будут выполнять сразу несколько функций. Они будут нужны как розничным торговцам, которые с их помощью смогут вознаграждать пользователей, так и для покупателей, которые смогут менять их на скидки, различные премиум-услуги и даже подарки. PR и ICO кампании начнется уже 8 августа и продлится целый месяц. За это время инвесторы смогут получить скидку на активы. Планируется, что скидка составит 15-25%. После этого начнется паблик сейл. Он продлится еще примерно 3 недели. Основателям Universal Reward Protocol можно только позавидовать.